Дамаск будет выполнять свою часть договоренности о прекращении огня. Об этом заявил президент Арабской Республики в интервью немецким журналистам. Башар Асад еще раз подчеркнул, все бойцы, которые воюют на стороне оппозиционных группировок, но согласятся сложить оружие, будут амнистированы. Сложите оружие, если вы хотите участвовать в политическом процессе. Самое важное с точки зрения права и конституции, с точки зрения интересов населения Сирии и принципов, действующих в каждом государстве, заключается в том, что они, будучи гражданами, не имеют права ходить с автоматами и направлять оружие на других людей. Большего мы не требуем. Я уже говорил и повторяю это сегодня. Они получат неограниченную амнистию. Режим перемирия в Сирии действительно приносит заметные результаты. В одной только провинции Дария более 1000 жителей, которые воевали с сирийской правительственной армией, добровольно подписали соглашение о прекращении огня. Этому пытались помешать боевики группировки Джибхата Нусра. Они блокировали дорогу, по которой переговорщики ехали на встречу с властями и избили нескольких переговорщиков. Однако сорвать процесс они не смогли. Встреча состоялась, документ подписан.